11 ноября во всем мире стартуют грандиозные распродажи. Одни магазины действительно снижают цены, другие, наоборот, накручивают их, пытаясь обмануть покупателей. Узнаем, как относятся к этому дню саровчане. Ну что, похвалы, делают то, что нужно. Время тяжелое, скидки надо делать. Их даже не в черную пятницу надо делать, а я считаю, каждую неделю. Да хорошо, позитивно. Шмоточки – это всегда хорошо. Шмоточка – это всегда, чтобы выразить себя, свое внутреннее «я». А эти консервативные людишки, которые в Сарове презирают всякие яркие цвета, ну что ж с них делать? Мир меняется, и люди, надеюсь, будут ярко одеваться, а не вот как мы все в черном сейчас. Ну я по черной пятнице много чего купила, в принципе. Почаще бы их. И хорошие скидки были? Ну, знаю, вот недавно я взяла стиральную машину, я знала до этого ее цену. Да, скидка неплохая была. Для меня лично это существенно. Не люблю это. Вначале цену повышают до предела, до некуда. Потом рекламируют. Все это фигня. Так, ну, это сплошной обман. А, все вспомнил. Ну, судя по тому, что я видел, то там творится безумие сплошное. То, что... Не, скидки – это хорошо, но никогда люди там чуть ли не в драку кидаются за технику и так далее. Все замечательно, конечно. И ждем, и приходим. Если нет, начинаем требовать. Да. Почему и не скидки, организовали? Да. И скидки требуем, ну, как обычно. А то бывает даже и такого, и скидок не бывает. Ну да, и потому мы что они же цены права. Накручивают, вот тебе и скидки. А, поэтому, да. В принципе, положительно. Что-то из цен, из этих вещей радует, можно приобрести. Ну, я вот в каком-то году участвовала. В принципе, нормально. Что-то я там со скидками урвала, с хорошими. По-моему, на Алиэкспрессе я что-то брала. Уже не помню. А вы меня смущаете, а? Ой, в этом году нет, не буду ничего. Потому что сказали, что там будет обвал с ценами проблем, какие-то еще что-то полетит. Поэтому в интернете написали, я уже даже не стала. Никак, совершенно равнодушно. Что черное, что не черное. Потому что я особо в скидки не верю. Как к любому другому. Абсолютно без разницы. Маркетинговый ход. То есть побольше продать, побольше прибыли получить. Как нам удалось выяснить, саровчане относятся к Черной пятнице неоднозначно. Одни считают ее днем хороших скидок и готовятся к нему, другие не верят в резкое снижение цен. Кто-то и вовсе не слышал об этом празднике.